В своем творчестве Иван Павлович Неумывакин затронул почти все важнейшие темы для здоровья. Вот сегодня мы остановимся на грецком орехе. Считается, что в цитрусовых аскорбиновой кислоты много, но в грецком орехе его в 50 раз больше, чем в лимонах. Орех содержит большое количество масла, оно полезно для печени, почек, содержит ряд витаминов В, витамин Е, из микроэлементов цинк, магний, железо. Грецкий орех входит в десятку продуктов растительного происхождения с высоким содержанием цинка. В чем польза грецких орехов для мужского здоровья? Богатый состав грецких орехов позволяет удовлетворять потребности мужского организма для эффективного функционирования половой системы. Именно поэтому этот продукт непременно необходимо включать в свой рацион. Применяется грецкий орех также при лечении проблем, связанных с нарушениями репродуктивной функции. Его непременно стоит включить в рацион, если семья планирует ребенка. Регулярное употребление ядер грецкого ореха мужчины позволяет увеличить продолжительность полового акта, повышает мужскую чувствительность, значительно улучшает качественные параметры спермы, обеспечивает стабильную эрекцию. Стоит отметить, что орех – это 100% продукт природного происхождения. Он гипоаллергенный, не наносит вреда. Как же грецкий орех влияет на мужское здоровье? Богатый состав грецкого ореха при регулярном употреблении обеспечивает многостороннее положительное воздействие на мужской организм. Происходит пополнение запасов цинка и калия в организме. Эти минералы играют ключевую роль для потенции. Оказывают влияние на полноценность, активность и подвижность сперматозоидов. Благотворно влияют на созревание спермы, восстанавливают проходимость сосудов, улучшая параметры кровоснабжения половых органов. Это происходит благодаря наличию в ядрах грецкого ореха полезных жиров и кислот. Способствует нейтрализации, по крайней мере, минимизации негативного воздействия, входящего в состав табака и алкоголя, вредных веществ на состояние крови. Способствует ускорению лечения заболеваний урогенитальной системы. Наиболее полезен для употребления грецкий орех в сыром виде. Если необходимо, ядра можно измельчить на блендере или пропустить через мясорубку. Выводит мокроту, обладая мощным антиоксидантным действием. Устраняет проблему мокроты, которая постоянно беспокоит и влияет на повседневную жизнь, укрепляет иммунную систему, способствует уничтожению микробов в организме, а при регулярном употреблении защищает иммунитет словно броня. Полезен при астме, оказывает целебное действие при астме, а эта болезнь, если ее не лечить, может вызвать серьезные проблемы. Чай из перегородок грецкого ореха расслабляет дыхательные пути и уменьшает проявление астмы.
активизируют работу кишечника. В кишечнике время от времени образуются бактерии, которые могут становиться причиной болевых ощущений в организме. Чтобы предотвратить это, необходимо воспользоваться перепонками грецкого ореха, который является скрытым сокровищем внутри него. Полезные свойства ореха обусловлены его химическим составом. Сегодня изучаются для разработки лекарств против онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. И теперь несколько советов для садоводов. Для тех, кто решил посадить у себя на даче грецкий орех, нужно знать, грецкий орех – это токсичное дерево. Хотя плоды грецкого ореха вкусные и очень полезны, ореховые деревья не сажают во дворах или в саду, и их высаживают подальше от других растений. Во-первых, у них очень мощная корневая система. Она высасывает из земли все полезные вещества, и другим саженцам ничего не достанется. Во-вторых, листья, кора, корни ореха выделяют токсичное вещество юглон, которое накапливается в почве и вредит соседним растениям. Это на заметку. И такой еще важнейший момент. Расстояние от грецкого ореха до какого-либо строения, там дом, или сарай, или баня, должно быть примерно 15-20 метров. Корни грецкого ореха очень длинные и легко могут свернуть фундамент у дома, если посадить его рядом с домом. Поэтому помните, расстояние от грецкого ореха примерно 15-20 метров от какого-либо серьезного строения. Тогда у вас все будет прекрасно. Вот такой интересный и полезный грецкий орех.